В первый класс через интернет. В Чебоксарах продолжается онлайн-запись в школы. Заявочная кампания стартовала в Калининском районе. Более 1000 заявлений за день. В 18 школ Ленинского района подали 1400 заявлений. В числе самых популярных школа номер 1 и номер 9, гимназия номер 2 и 4. Сегодня на очереди Московский район. Записаться можно до 22 часов. С завтрашнего дня можно будет подать документы во все столичные школы. Родители, которые подали документы через портал образовательных услуг, должны предоставить оригиналы документов в школу. Срок 7 дней. В управлении образования Чебоксар открыта горячая линия по организации приема детей в первый класс. Телефоны указаны на экране.